Всем приветики. Купила себе, значит, вот в такой коробочке пришло нам стекло. Потом для протирания салфетки, наклейки и жидкость. Жидкость нужна. Я не знаю, для чего, спросил продавца. Он сказал, для того, чтобы когда наклеишь, если останется свободная, ну, типа вот такие вот штуки, то туда загнать жидкость. Но я этого делать не буду, потому что я загуглил. У некоторых от этой жидкости портится экран вообще. А у меня оно уже вот такое все. Вот мой телефон. И у моего телефона, получается, вот уже разбитые куски есть. Сколы. Сколы с одной стороны. Сколы с другой стороны. Вон они. Здесь сколы. Это вообще потресканное, поэтому мы стекло снимаем. Вот мое стекло. А вот без стекла какое все красивенькое, чистенькое, классненькое. А стекло уже вон оно. Вот куска нету. Вот куска нету, потому что на углы падало. Вот куска нету. Фокус плохой. Куска нету. Вот здесь вот этот. Выломан уже кусок, вот он. Помят, как-то оно у меня так упало на бок. Поэтому я и купил новое стекло. В принципе, что надо сделать? Вообще, это надо для того, чтобы, когда мы наклеим стекло... Вот эти штуки, наклейки, для того, чтобы когда мы наклеим стекло, ну, вернее, когда мы будем клеить стекло, вот это, что я говорил, вот это. Когда мы наклеим стекло, если останутся пузырьки, то залить их. Это мы делать не будем, потому что это испортит наш экран. Я видел, у некоторых как пошли по экрану там какие-то белые, там зеленые пятна, но нам это не надо. Наклейки нужны, чтобы зафиксировать стекло. Типа мы вот так вот представляем, ровненько наклейками приклеиваем, потом поднимаем, она уже держится на наклейках, снимаем вот эту всю линию и просто нахлопываем. Но как мы можем ровненько приклеить, когда у стекла еще есть такие края? То есть если бы сзади наклейка, вот эта вот белая, эта вот белая наклейка была бы, ну, то есть не было вот этих краев, можно было бы приклеить, а так оно все равно ровно не приклеится, поэтому мы так делать не будем. И наклейки нам, соответственно, тоже не надо. Просто что нам надо, это достать, получается, салфетку, это влажная или нет? Да, это влажная. Я не знаю, что влажная протереть или сухой. Наверное, влажный сначала. Хотя я не знаю, экран такой становится жесткий, мокрый. Как-то мне даже страшно. Даже мне как-то страшно. Ну-ка убрать все это дело. Вот это вот сухая. Он какой он весь мокрый стал, блин, аж страшно. А вдруг от этого станет хуже там. Да, лучше бы я влажный не тер. Лучше бы сразу сухой. Не, лучше начинать сухой, потому что правда. У меня экран был новенький, чистенький. На нем было пару пылинок. Я решил влажным протереть салфеткой. И от влажной у меня он стал весь такой размытый, какой-то с разводами. Поэтому, блин, лучше такой ерундой не заниматься. Все, теперь у меня куча разводов. Как от них избавиться теперь? Реально надо было с сухой салфетки начать. Потому что изначально у меня экран был красивый, чистый. А сейчас он у меня уже грязноватый стал. И... теперь нужно приложить усилия, чтобы его очистить. А это как-то не очень круто. На самом деле, я вот смотрю, что он какой-то немножко странноватый. Один раз тиранул влажной салфеткой и теперь очень долго тру сухой салфеткой. Так что влажную лучше вообще не использовать. Сухой хорошенько протереть, чтобы не было пыли.
И когда пыли не будет вообще полностью, тогда можно приклеивать само стекло. У меня тут какая-то пятнышко есть. Но это на самом деле сложный процесс, чтобы не было пыли вообще, ни пыли, ни развода, ни какой-то мазни, ни царапины, ничего. А именно чтобы был чистый, идеальный экран. Этого сложно добиться, но я вроде вот сейчас, мне кажется, добился. Поэтому просто отклеиваем стекло и сразу же его прилаживаем. Блин. Все. Вот я приложил, оно приклеилось. Я надеюсь, что нормально приклеилось. Оно приклеилось. Единственное, что по краям вот остались воздушные такие прослойки. Их просто пальцами сгоняем. Ну, не сгоняем, а с усилием так придавливаем. Видимо, клей плохо приклеился, поэтому с усилием прижимаем. Хотя это может быть... Может быть, это пыль попала, может быть, это какие-то там разводы остались. А может быть, просто клей плохой. Хотя я, скорее всего, думаю, что клей плохой. Хотя нет, вот это вот пыль. Вон пылька попала. И тут пылька попала, блин. В общем, с двух сторон попала пыль. Реально. Вот здесь попало... Не, здесь это вот клей сам плохой, вот. Оно же видно, что... Приходится ногтем со всей силы давить, чтобы оно хорошо приклеилось. Потому что, ну, здесь видно, что клей плохой. Клей плохой. А сейчас, когда мы приклеим, я надеюсь, что мы приклеим более-менее... Ну вот, мы более-менее приклеили, просто ногтем так все это терем. И там, где не доклеилось, оно доклеивается. Просто клей какой-то здесь. Ну, китайский, оно же с Китая пришло, некачественный. Но вот здесь, правда, пылька попала, вон видно, такая крошечка. Не знаю, там видно, не видно, вон крошечка типа попала. Пылька такая. Здесь она уже не приклеится, потому что сюда пыль попала. Крошечка пыли. Это надо поднимать. А, иголочкой эту пыльку выковыривать и приклеивать. Но из-за того, что ты будешь поднимать, клей этот, который уже приклеился, когда он отклеится, в следующий раз, когда начнешь клеить, он уже может не приклеиться, потому что... Ну, типа... Потому что... Уже, ну, он уже потеряет немножко свои свойства. Вот. Поэтому лучше сразу посмотреть, чтобы пыли не было. И здесь вот немножко что-то попало, пылька какая-то. Ну а так в целом, нормально, практически, как и было. Единственное, что все норм. Единственное, что вот здесь вот, вот оно не приклеено, здесь немножко не приклеено. И здесь вот по краям. Что-то оно именно в конце экрана. Ну, не, блин, некачественное стекло. На самом деле, потому что плохо приклеилось. Ну, вот и все. И не понадобились ни вот эти штуки. Эту воду лучше вообще не использовать. У некоторых я видел в интернете,
Да не у некоторых, а у многих. Экран после этого сломался. Это они так, мне кажется, специально ложат, чтобы ты у них еще и стекло заказывал. Наклейки тоже не понадобились. Потом еще было две тряпки. Одна сухая, другая мокрая. Мокрую лучше вообще не использовать. Именно, мне кажется, после нее получилась такая ерунда, что оно клеиться не хочет. Только сухую. Просто берем, открываем тряпку сухую. Она называется 2. Это сухая тряпка. Снимаем старое стекло, открываем вторую как бы ткань, это сухая ткань. Ей хорошенько протираем экран после того, как сняли стекло. И аккуратненько смотрим, что вообще нигде не было ни разводов, ни пятнышек, ни жирных пятен, ни пыли. Хорошенько протираем, и только тогда клеим стекло, и тогда все будет хорошо. Вот. И все, больше ничего не надо. Как-то так. На этом все. Всем покедова.